Добрались до детей. В Алапаевске в сети телефонных мошенников угодил 10-летний мальчик. Прежде чем взрослые забили тревогу, школьник перевел аферистам больше 34 тысяч рублей с банковской карты отца. На телефон мальчика пришло сообщение от доброго дяди, который предложил ребенку промокод для приобретения виртуальных бонусов в онлайн-игре. Взамен необходимо было отправить фото с экрана папиного телефона, к которому была привязана банковская карта, и продиктовать коды из смс-сообщений. Отец случайно услышал разговор сына с неизвестным, который рассказывал, как зайти в приложение банка. Прервав разговор, мужчина проверил баланс на счете. Выяснилось, за два дня было списано больше 34 тысяч рублей. Стражи порядка рекомендуют родителям провести серьезную беседу со своими детьми и рассказать правила безопасного поведения в интернете и при телефонных разговорах. Расскажите ребенку, что такое персональные данные. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, номера телефона, банковских карточек и паролей. Попросите не сообщать эту информацию никому в переписках, комментариях, онлайн-играх.